Всем привет, на связи IT District, и в сегодняшнем видео я бы хотел поговорить о том, как научиться создавать сайты. И неважно, какая у вас цель — создать сайт под свой бизнес или стать профессиональным разработчиком сайтов. Если вам это интересно, тогда это видео будет вам чрезвычайно полезно. И для самых нетерпеливых я скажу сразу, что у меня есть курс WordPress Master, на котором я научу вас создавать все виды сайтов, и неважно, какой сайт вам нужен. Интернет-магазин, лендинг, то есть одностраничный сайт, профессиональный многостраничный сайт, или одностраничный мини-магазин, или блог, или сайт-портфолио, или видео-сайт, то есть сайт для онлайн-кинотеатра, или музыкальный сайт, аналог Яндекс.Музыки, неважно. На этом курсе вы научитесь разрабатывать любой вид сайтов. И сразу скажу, что видео разбито на главы, так что если не хотите смотреть все видео, то посмотрите по главам на интересующий вас раздел, но для полноты картины я рекомендую посмотреть все видео. На обучающей программе вы научитесь создавать любые виды сайтов на движке WordPress. То есть, если вас интересует обучение WordPress, тогда я рекомендую посмотреть это видео до конца. Мы будем создавать сайты, как я уже сказал ранее, на движке WordPress. Вам не нужна никакая подготовка, вы с легкостью сможете создавать любые виды сайтов. Даже если никогда в глаза не видели WordPress и вы не активный пользователь ПК. Научиться создавать сайты получится абсолютно у всех. Кроме того, вы научитесь редактировать шаблоны WordPress по своему дизайну, что позволит сделать ваши сайты особенными и креативными, с отличным дизайном, явно отличающихся от многих других сайтов в сети интернет. Также я научу вас создавать сложные сайты, аналоги Яндекс.Дзена или Авито. Я научу вас тому, как продвигать свои сайты и монетизировать их. То есть покажу, как на них можно реально зарабатывать. Если вам интересен бизнес на разработке сайтов, то мы сделаем вам ваш сайт-портфолио с несколькими вашими работами, и я вас выведу на рынок до получения первого заказа. Стоимость курса всего лишь навсего 1000 рублей, доступ к курсу пожизненный, общение через WhatsApp, ВКонтакте или Facebook, или по e-mail. На ваш выбор, но наиболее удобнее общаться через WhatsApp, так как мы сможем с вами там даже созваниваться. Обучение происходит на закрытой платформе, много различных бонусов, а также бесплатные видеоконсультации от меня. Спешите записаться на очень интересное предложение, которое вряд ли еще кто-нибудь сможет вам предложить. Все ссылки для связи со мной есть в описании к этому видео и прикрепленном комментарии. Также там же в описании можно посмотреть программу обучения. Итак, в чем же проблема с созданием сайта? Вот, например, вам нужен сайт. Как его создать? Можно обратиться к разработчикам, но это не всегда правильно, так как, обращаясь к разработчикам, вы подписываетесь на том, что вы всегда будете обращаться к ним за помощью. Так как создать сайт — это полдела, его еще нужно поддерживать, обновлять и наполнять. Так как же быть, как не тратить много денег на создание и поддержку сайта и при этом разбираться абсолютно во всем, что происходит на вашем сайте? Ответ прост – разобраться самому. Вам сначала может показаться, что это довольно сложно, но нет. Движок WordPress, который, к слову, является самым популярным, позволяет абсолютно любому человеку без всякой подготовки в очень короткие сроки научиться разрабатывать и поддерживать сайты. Но во всем море этой информации очень сложно найти правильную и структурированную и актуальную информацию для обучения, а также вам нужен человек, который поможет вам во всем этом. Именно поэтому я предлагаю свой курс. Давайте я вас познакомлю с программой обучения, и вы посмотрите, насколько мой курс продуктивен. На экранах вы видите программу обучения, она рассчитана на 3 месяца. Сейчас быстренько пройдемся, я вам покажу, что и как. Разбито понедельно. На первой неделе мы с вами изучаем все, что касается доменов, хостинга, установки WordPress, работы с файловыми менеджерами. Также изучаем все на первой неделе основы работы WordPress, понимаем, как все это устроено, рассказываю про самые популярные проблемы, связанные с WordPress, учимся работать со шрифтами, иконками, вы получаете самые популярные сервисы для работы с WordPress, их очень много. В общем, рассказываю все базовые вещи. На второй неделе я вам рассказываю про то, как работать с шаблонами WordPress, где их брать, как правильно устанавливать, какие виды бывают и об основах работы с ними. Также на этой второй неделе мы разбираем с вами, что такое виджеты и как работать с виджетами, какой есть уникальный подход, как, что такое шорткоды и как они реализованы в WordPress. И я вам показываю, как можно любой участок вашего сайта вставить на любую страницу. И также мы научимся с вами создавать собственные, скажем так, пространства для размещения каких-то уникальных элементов сайта. Ну, также я вас научу, как работать с видео и как правильно настраивать личные кабинеты для пользователей. На третьей неделе мы познакомимся с вами уже с фундаментальной такой темой, это работа с плагинами. Плагины позволяют расширить функционал вашего сайта, то есть
Вы с помощью плагинов сможете настроить форму обратной связи, сделать всплывающие окна, сделать с вашего сайта интернет-магазин, и все это в таком духе. Это самая из самых основополагающих тем, поэтому ей уделяется целая неделя. На четвертой неделе мы с вами научимся разрабатывать конкретно блоги. Мы разберем все, что касается блогов. Далее стартует второй месяц. Здесь мы научимся с вами работать с соцсетями. Мы научимся с вами размещать соцэконки, как бы ссылки на ваши соцсети. Также научимся делать функционал расшаривания по соцсетям. Мы научимся с вами делать навигационные меню различной сложности. Даже сможем создавать навигационное меню, в которых будут не простые блоки, да, не простые пункты меню, а им даже можно видео положить, можем изображение положить. То есть очень классные навигационные меню научимся делать. На второй неделе второго месяца мы уже научимся с вами создавать полноценные интернет-магазины и научимся делать абсолютно все с этими интернет-магазинами. Все то, что вам пригодится на 100%. На третьей неделе мы научимся с вами такому конструктору, как Elementor, который позволяет создавать страницы абсолютно с любым макетом, с любым дизайном, подобно конструктору. Это очень мощный инструмент. На четвертой неделе я вам покажу, как ускорить ваш сайт. Я научу вас регистрировать сайт в поисковиках, настраивать SEO-оптимизацию, продвигать ваш сайт через контекстную рекламу и подключать ваш сайт к монетизации. Далее стартует последний третий месяц, на котором на первой неделе мы научимся размещать такие дополнительные инструменты, как калькулятор, чат-виджет, обратный звонок и установка. Расскажу, как установить виджеты для популярных социальных сетей. Настрою мультиязычный сайт, так чтобы ваш сайт был сразу на нескольких языках. И потом также я вам расскажу, как абсолютно бесплатно вы можете создать логотип любой сложности. На второй неделе мы разберем создание кастомных записей. То есть мы научимся с вами делать сайты, аналоги подобные. Сайты, подобные Яндекс.Дзен или Авито. То есть суть этих сайтов в том, что каждый пользователь, зайдя на ваш сайт, мог опубликовать свое объявление или разместить под своим именем статью. Это очень мощный инструмент, который мало кто с вами может поделиться. На третьей неделе мы научимся с вами, как из обычных шаблонов WordPress можно сделать уникальный по внешнему виду ваш сайт. То есть мы научимся редактировать шаблонный дизайн WordPress. И на последней четвертой неделе, если вы хотите именно стать разработчиком сайтов, я расскажу вам о том, как это сделать. Мы оформим вам портфолио. Я покажу вам, как, допустим, если вы хотите на фрилансе работать, как все это, как настроить аккаунт на фрилансе. Я расскажу, что нужно писать для того, чтобы получать свои заказы. Вы получите первые отзывы от моих партнеров. То есть вы выйдете на рынок, и я вас доведу до первого заказа. Это не так уж сложно, это довольно-таки просто сделать, потому что у меня есть опыт работы на фрилансе. Вот в целом так и выглядит программа обучения. Она охватывает полностью все аспекты. Если вы хотите записаться на курс и освоить эту профессию, либо просто научиться создавать сайты для себя, то есть для своего бизнеса, это самый классный вариант. Он недорогой, он стоит всего лишь 1000 рублей, поэтому я рекомендую вам записаться. Ссылка для записи в описании. А на сегодня у меня все. С вами был IT District. До следующих встреч.